А сейчас внимание на экран. В Балхаше разыскивают 47-летнего отца пятерых детей. Ергазы Ибраев вышел из дома месяц назад и пропал без вести. Его ищут сотрудники полиции. Родственники просят откликнуться всех, что либо знают о местонахождении мужчины. Ергазы Ибраев родился в 1971 году. В Балхаше мужчина проживал по адресу микрорайон Сабитовы. 20 июня он вышел из дома и не вернулся. Пропавший был одет в синюю футболку, синее трико и черные туфли. Рост около 165 сантиметров. Из особых примет у мужчины есть шрамы на правой части лица и между глаз. На левой руке есть татуировка. Родственники и правоохранители просят всех, кто видел или владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, обратиться в местное отделение полиции или позвонить по указанным номерам.